рассмотрим систему садоводства. Сейчас мы направляемся к магазину для покупки семян. Семена нам нужны для посадки, собственно, различных продуктов: помидоры, огурцы, тыквы и так далее. Нажимаем кнопочку F на маркере, выбираем нам нужный продукт и покупаем. Выберем 3 семечка. Одно семечко стоит 2 рубля. Купим 3. Купим морковки, пожалуй, 3. И томата тоже купим 3. Вот мы и купили все, что нам необходимо. Давайте проверим. Семена картофеля 3 штуки, семена морковки 3 штуки, семена томата 3 штуки. Ну, теперь едем сажать. Для того, чтобы посадить что-либо, нам необходима лопата. Откроем багажник. Введем команду Chunk. И достанем оттуда одну лопату. Теперь у нас есть все необходимое для посадки наших продуктов. Итак, открываем инвентарь, выбираем нужный нам продукт, нажимаем «Использовать», и, как мы видим, персонаж садит наши овощи. Система с выращиванием наркотиков идентична данной системе. Посадим всего по 3 штуки и дождемся, когда вырастет урожай, а затем соберем. Урожай вырастает на стадии 200%. Не забываем, что ваши растения могут уничтожить другие игроки, просто введя команду Destroy Plant. Берем лопату и посадим оставшиеся семена.